сорт острого декоративного перца орнаменталь калика, пестролистный калинкор. Это вот такой вот красивейший кустик с такими необычными, если посмотреть, пестролистными листьями. Даже не знаю, будет видно здесь, солнышко как бы отсвечивает. Вот такие вот листики. Очень красивый, очень декоративный. Такие вот у него пулевидные плоды. Так, ну как мне лучше снять? Вот так вот. Такие вот плодики. Они почти черного цвета. Острота этого сорта от 50, то есть от 30 до 50 тысяч сковелей. Срок созревания у него 100 дней. Высота кустика может достигать от 15 до 25 сантиметров. Ну, здесь у меня кустик где-то сантиметров, наверное, 20. Вот, видите, как он растет. Он сразу, вот земля, и вот он уже сразу начинается сам кустик. Сразу идет разветвление у него. Вот такой вот красивый, интересный куст. Он созревает от такого темно-темно-фиолетового, практически черного цвета. И потихоньку-потихоньку начинает созревать и становится вот таким вот. Вот, вот уже есть созревшие плоды у него. Очень красивый декоративный сорт. Это многолетнее растение. Его можно выращивать как в открытом грунте, так на подоконнике. Это компактный кустик. Очень интересно. Какие-то темно-фиолетовые у него плоды. Это высокоурожайный сорт. Очень-очень красивый. Очень необычный цвет у него, листья. Вот у меня есть маленький кустик, как бы. Может, на нем будет лучше видно. Вот. Вот такой вот красавец. Я советую его для выращивания на подоконнике. Это съедобный сорт. Он довольно острый. Он хорош для консервации, для закаток томатов, огурцов. Плодоносит круглый год. Очень большое количество перчиков. И очень декоративный, красивый сорт. Вот когда они уже перезревают, у них становятся вот такие вот плоды. Такими полосочками на конце. Это уже все, это уже полностью созревший плод. Вот такие у него снизу зеленые листья. Сверху вот такие. Советую выращивать вам на подоконнике его. Всем пока. Больших вам урожаев.